Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Вот очень многие женщины летом хотели бы носить юбки, но им дискомфортно, потому что иногда в жару натирает, все-таки ноги трутся друг об друга. И вот тут брюки Себастьяна придут вам на помощь. Это юбка-брюки. Вот знаете, сколько раз мы мечемся между тем, что выбрать: брюки и юбка, юбка-брюки. А здесь совместили дизайнеры и юбку, и брюки. Выбирайте свою расцветку, ну и, конечно, выбирайте преимущество этого предложения. Ну, преимущество, во-первых, в том, что это действительно два в одном. Это и юбка, и брюки. Вы получаете элегантность юбки Макси, но при этом удобство брюк. Мягкость трикотажа на вискозе, причем трикотаж упругий, который не потеряет совершенно своей формы. Ну и самое главное, Лен, это удобная посадка. Высокая линия талии, эластичная лента. Вам не нужно думать, как эти юбка-брюки на вас сядут, потому что эластичная лента все сделает за вас. Итак, у нас 9 расцветок на выбор. Слушайте, глаза разбегаются. Наташа, какой ты цвет сегодня предпочитаешь для себя? Знаешь, мне очень нравится статусный бордо. Они действительно всегда, эти цвета, добавляют нам элегантности. Но вот не менее хорош этот цвет. Я сразу скажу, цвет этот будет в заказе называться какао, но он выглядит как припудренная брусника, очень такая красивый, сдержанная. Да, замерзшая. Вот дальше цвет оливковый. Наташа, вот правда говорят, что именно оливка самый популярный расцветок 2018 года? Ты знаешь, да, абсолютное большинство кутюрье больших использовали именно его как базовый цвет в своих новых коллекциях. Серый цвет, а это уже любимый цвет парижанок. Они из него предпочитают именно свои базовые комплекты создавать. Сиреневый цвет, цвет цветущей сирени для вас. Следующий цвет — темная бирюза. Посмотрите, цвет больше морской волны мне лично напоминает. Темно-синий оттенок для тех, кто любит классические оттенки. Просто бирюзовый цвет, вот та самая камень бирюза, который я очень люблю. И классический черный цвет. Выбирайте свой цвет и давайте примерять ваш размер. Наташ, у нас размерный ряд от 48 до 62. Оля, выбираю. Лен, выбираем размер, и я сразу уже хочу посмотреть, как эти брюки садятся на фигуру. Давай. Потому что действительно, все-таки, Лен, согласись, брюки с секретом в магазине такие мы можем встретить нечасто. Действительно, все окружающие могут думать, что вы надели элегантную юбку Макси, причем со складочкой спереди. Вот такая элегантная классическая складочка. Но на самом деле, да, внутри таится сюрприз. Вы можете остаться именно с комфортом брюк. Но согласись, все-таки в брюках мы себя всегда чувствуем более расслабленно, более свободно. Конечно, я вообще обожаю брюки, но тем более, когда они совмещают в себе еще и юбку, это просто находка сегодня для нас, да еще и по уникальной цене. Ну, а я хочу поговорить еще о комфорте, это тоже очень важно, Наташа. Ну, вот я тебе его сразу и показываю, посмотри, мы здесь можем посадку, кстати, менять здесь допустимо. Вы можете сделать полную макси или, наоборот, посадить на талию, как раз благодаря вот этой самой эластичной ленте. Она не будет впиваться в бока, она подстроится под нас. Самое главное, Лен, она простит нам несколько лишних килограмм, если вдруг придется под нас подстраиваться. Более того, то, что у нас лента сама по себе широкая, а не узкая, это значит, что вы не будете перерезать себе область талии, то есть никаких следов вечером оставаться не будет. Ну и, конечно же, Лен, сам по себе комфорт. Комфорт мягчайшего, приятного, нежного трикотажа. Именно эта ткань будет соприкасаться с вашим телом летом, в жару. Ты знаешь вообще, какое наслаждение вот такой трикотаж способен подарить именно в жаркое время года. Слушай, а это вискозный трикотаж, скажи? Да, это трикотаж на вискозной основе. Красота. Это у нас невероятная мягкость, комфорт, конечно, красота, потому что ткань настолько струящаяся, она струится по силуэту, она дарит вам красоту, она подчеркивает ваш стиль, потому что таких юбка-брюки Себастьяна ни у кого не будет. Обратите внимание, сколько здесь ткани, сколько здесь невероятных секретов. Взгляд так и манит к женщине, которая носит особенные вещи. Будьте особенные, почувствуйте себя единственной. Вы приобретаете и юбку, и брюки одновременно. Действительно, два в одном. Мало того, Лен, я тебе хочу сказать, что вот такие трансформеры, в буквальном смысле слова, сейчас очень и очень актуальны. Они выглядят как юбка, но юбка необычная. И для тех женщин, которые, конечно, хотят произвести наибольшее впечатление, я бы советовала как раз обзавестись этими юбкой-брюками. Потому что они, во-первых, очень незатейливо в сочетании.
замечаниях. То есть я имею в виду, не нужно думать о том, что вам подобрать наверх. Если вы идете на работу, вы можете дополнить, конечно, строгим пиджаком или жакетом. Если вы едете на отдых, просто возьмите ваши любимые сандалии и легкий топ. И они также уместны будут в том числе и где-то на курорте. Скидка в данный момент больше, чем сама цена. 2100 рублей. Вы экономите. Обратите внимание, насколько мягкая ткань. К ней же приятно прикасаться. Очень мягкая. Как я уже тебе сказала, это очень приятный шелковистый трикотаж. Но самое главное, что в него добавлены волокна эластана. Они позволяют тянуться. Но тянется он грамотно. Он не растягивается. Здесь всегда есть возвратный упругий эффект. Это значит, что наши юбка-брюки не потеряют форму. Сколько бы мы ни сидели, сколько бы мы ни ходили, сколько бы мы ни стирали в стиральной машине, эти ткани всегда смотрятся безупречно. Ну и, конечно, у нас невероятный пошив, потому что передняя склада, она как бы создает дополнительный объем. А значит, Наташа, вот скажи мне, как стилист, все секреты прячутся внутри, правильно? Мы все секреты прячем, но, что самое главное как раз, Лена, без придания объема себе. То есть мы получаем легкую драпировку, которая прячет секреты, так, но сами при этом, наоборот, стройнее. Потому что, посмотри, девчонки бедра спрятали, девчонки спрятали самую капризную часть ног. Ну и самое главное, не забывайте, вот у меня тетя все время делилась со мной такой проблемой. Говорит, хочу летом юбки носить, хочу, но она когда натирает, жарко, да, внутренняя поверхность бедра натирается. И вот эти брюки как раз и созданы для того, чтобы дарить вам стильный, дерзкий чуть-чуть, элегантный вид, но при этом оставить вас в комфортных условиях. А я хочу обратиться к тем модницам, которые присоединились к нам впервые, смотрят наш телеканал. Вы смотрите, наблюдаете, нравятся образы? Возьмите трубку телефона, наберите наш бесплатный номер с любой точки России и сделайте свой первый заказ прямо сейчас. Цены снижаем специально по вашим заявкам. Все мы делаем для вас, потому что телеканал Шопеншоу, телеканал с душой.